Всем привет! В прошлый раз я вам рассказывал о минимальной зарплате в Казахстане 42 500 тенге. Но в комментариях вы стали ругаться о том, что это не совсем минимальная зарплата, с этой суммы забирают налог, с этой суммы забирают пенсионку. Итого эта сумма получилась 34 500 тенге. В прошлый раз мы с вами потратили 4300 тенге на продукты. Это была курица, это были кости, это был рис, это был сахар и так далее. В принципе, на неделю этого мне могло бы хватить, но не хватило, потому что надо было докупить овощи и так далее, и так далее, и так далее. В общем, на неделю вышло у меня около 11 тысяч. Дополнительно я потратил еще 7. Также, помимо всего этого, надо было просто как-то передвигаться на автобус и так далее. 1000 тенге – это только на транспорт, потому что я еду с двумя пересадками. Помимо всего прочего, были призывы сходить и на базар. Самым культовым базаром, наверное, на сегодняшний день в Алматы является Зеленый базар. И мы в этом выпуске с вами прогуляемся по Зеленому базару, посмотрим на цены, скажем, что почем, расскажем вам, какие продукты там есть и так далее. Мы на Зеленом базаре. Это рынок в центре Алматы. Здесь сделали ремонт, и теперь крытый павильон. И, в принципе, ну вот не так холодно. Я сейчас почти в одной футболке, расстегнулся, жарко. У нас здесь с вами две цели. Первое – это покушать. Ну, об этом немного позже. Второе – это посмотреть, в принципе, сравнить цены. Ну и как, может, глянуть, что почем и так далее. Продукты, говоря, здесь очень качественные, потому что сами продавцы их скупают и делают что-то вроде подбора продуктов, чтобы у них скупали и не оставался у них некачественных товаров. Ну, как-то так. Погнали, посмотрим, что у нас творится на Зеленом базаре в Алматы. Ну, тут на Зеленом базаре, если брать суп-набор куриный, выходит, ну, 200 тенге за килограмм. Это прям вот совсем, если денег нету. Также здесь курица стоит, ну, где-то 1400-1200. Мясо, вот, мясо неплохо. По 1800 тенге самое дешевое, но оно, кстати, неплохое. А, есть за 2000, прям вот тоже хорошее мясо. Сами видели, вот, покажем видео. 400. По 400. Ну, вот. 400 грудинка. Одна штука, да-да-да. Вот такое мясо у нас стоит 1800. Здесь сколько килограмм будет примерно в этом? Около 3 килограмм. А на месяц хватит, если экономить? Не хватит. Не хватит? А сколько примерно на месяц хватит, как вы думаете? Какая семья, сколько человек? Один. Один человек? Да, ну вот смотрите, допустим, у меня зарплата вот минимальная сейчас в Казахстане 42 500 тенге. Не хватит, думаете? А вот на одного человека сколько бы вы посоветовали? Килограмм в месяц. 5-6 килограмм. 5-6? Я так считаю. А можете на калькуляторе посчитать, сколько в тенге будет примерно? 5-6, вот, вот это вот. Да. 6 килограмм берем. Ага. 1800, да, ниже, минимально ниже в полгода. Да. Это 11 тысяч. 11 тысяч? А минимальная зарплата 42 500. Плюс с этого забирают еще налоги, это 34 тысячи выходит. А хлеб, молоко, ну вот, и я забыл, что такое кола на вкус. Ладно, спасибо большое. В общем, в принципе, я нашел место, где можно покупать мясо. Это Зеленый базар, здесь можно найти от 1800 говядину. Это неплохая цена, потому что все, что мы с вами до этого видели, это достаточно-таки дорого. Мы в новом крытом павильоне, и это реально находка. И здесь очень дешевые цены. Давайте с вами пройдемся, просто покажу. Вот, вы посмотрите. Яблоки офигенные, прям по 600 тенге за килограмм. Лимон 150, ташкентский. Это же... Ладно, он чуть-чуть плохой, но вот этот хороший. Да, бананы по 100 тенге. Огурцы 850, но, наверное, не сезон сейчас для таких продуктов. Но вот картошка павлодарская 150 тенге и, как пишет продавец, вкусная. А у вас 150 это окончательная цена? Нет, если много будет взять. Если много? Да. Ну вот обычно скидывают люди? Ну вот припросят, да, как снизить цену? Просит, да. А, ну то есть это прям вот базар-базар, можно, да, еще и поторговаться, да? Можно. Зря вы это сказали.
Большая тыква, она дорогая, но если прям приспичило и хочется манты с тыквой, можно купить вот такой вот маленький. А можете взвешивать, сколько будет стоить? Полкило. Полкило, это 75 тенге, да, где-то? 70. 65? Вот, 65 тенге. И у вас будут вкусные манты дома на ужин. На зеленом базаре я также исследовал отличный лайфхак, о котором мне когда-то рассказывал даже мой дедушка. Цель нашей поездки – не только исследовать цены, но также и покушать бесплатно. Вот есть всякие сухофрукты, изюм, финики, орешки. Фисташки самые дешевые? Самые дешевые – 4 тысячи. Фисташки? Вот 4, 5, 3 тысячи. 3 тысячи, да? А это? Кешью, да, по-моему? А можно попробовать? Блин, вкусно. Короче, лайфхак стопроцентный. Тут можно реально подходить, брать всякие салатики, брать всякие... Да даже фрукты можно попробовать, типа, а дайте я попробую, короче, отрезали тебе, и ты берешь. Ой, ну, а мне не понравилось, и пошел дальше. А можно одно попробовать? Блин, под пиво, наверное, вообще залетит. Вот вкусные фисташки. Здравствуйте, а у вас какая колбаса вот дешевая? У меня зарплата 42 500 тенге просто, минимальная в Казахстане. Минимальная зарплата 42 000 тенге, но на это тоже можно прожить. Даже неплохо взять колбасу. А вот какая именно колбаса у вас? Ну, самая такая вкусная, но при этом, чтобы недорогая была. Можно взять вот президентскую, делают ее в Казахстане, очень хорошая фирма. Вот это? Да, без соевых добавок она и без свинины. Здесь вот телячья тоже очень вкусная. А почем они? Можно вот посмотреть, да, вот какую-нибудь на вес? Давайте. Ну, вот примерно вот так. Вот такая целая, мне выходит. По цене я вам так вот покажу, например, 760 грамм, а 1350. Ну, это почти килограмм. 1300. Хорошая, да? Качество у нее ничем не уступает любой колбасе, какая бы была. Зато здесь нет свинины, чистый халал. Его привезу. Вкусно. Вот, вы даже салфетку даете. Спасибо. Это из-за того, что у меня зарплата 42 500. Мне дали салфетку. Спасибо. Я уже на самом деле наелся. Я кушал и сухофрукты, и колбасу. Короче, ну зеленый базар нормально, если денег мало. Но самое главное, здесь можно торговаться. Это базар. Это нормально, то, что все здесь подходят, торгуются, скидывают, ну, скинул ты 10, 20, 100 тенге. Если ты постоянно будешь скидывать, это очень... В копейку все-таки выйдет, там большая сумма останется. В общем, у меня осталось 27 тысяч тенге. Мне надо также оплатить квартплату. Она вышла в 17 тысяч тенге. Еще, помимо всего прочего, у меня болит зуб сейчас на данный момент. И надо прожить еще 3 недели. Это что-то нереальное. И, наверное, чтобы хоть как-то сэкономить, мне, скорее всего, придется какое-то время ходить с работы до дома, ну и также наоборот пешком. Единственное, в чем проблема, это около 3 километров пути. И одним днем не обойдется, так финансы с каждым днем просто падают, я не знаю, куда их трачу. Но если сидеть, вспоминать, высчитывать, трачу их исключительно на нужные вещи. Но зато, наверное, для здоровья полезно. Наверное. Увидимся с вами в следующем ролике. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.